Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 5, Hammers of Fate, или как оно, Владыки Севера, оно называется. В общем, сейчас будем-то тащить, в конце игры будет конец и титры приятной игры. Ну ты прям как боженька заспойлерил, просто я в шоке. Как мне теперь играть после таких спойлеров, а? Это же даже неприятно. Так, а это у нас кто? Это у нас мастерская боевых машин, но у нас все боевые машины есть. Что дает эта накидка? Блин, да что у меня мышка глючит? Я не понимаю. Так, что дает плюс... О, боевой дух, это хорошая накидка. Так, ну мы убьем этих элементов. А что у меня вообще по уровню? Как он? 271 тысяча из 300... Короче, 30 тысяч надо. Ну, нормально, 30 тысяч не так много. Так. Во, накидка с глиной льва, это хорошо. Боевой дух, это здорово. Текс. Вот меняет удачу, это я не люблю, вот эти вот фонтанчики. Так, много, нам надо вот этих мантикор завалить, чтобы зацепить паладинов, а еще тут, я смотрю, кто-то в тюрьме сидит. Короче, сейчас мы тут и разрулим. Ну, давайте сначала возьмем паладинов все-таки, да? А потом зайдем в тюрьму. Блин, не, ну два этих я вам не хочу отдавать. Вот вообще никак. Так, сюда можно засадить этих чуваков. Ну, допустим, пока пусть будет вот такая расстановка. Так, ну они не пролетают. В принципе, грифонов пока можно отправить куда-нибудь в небеса. Так, они не долетают. Это, конечно, очень хорошо, что они не долетают. Молитву. Давайте общее ускорение. Сколько ты бьешь? 4-5, а ты бьешь 4-5. Ну окей. Во, на самом деле 10. Ай, грифон. Блин, я, ребята, подставил. Да твою мать, я идиот. Я тупо подставил грифона. Вот это я дебил. Вот что называется, тупо подставил грифа. Давай, удачка. И сейчас мы потеряем... Не, ну это ладно. Короче, я понял свой косяк. Зачем я полетел, непонятно. Что-то полетел куда-то, что-то как-то где-то. Мне тут спокойно, блин, можно вообще стоять вот такой расстановкой. И не париться. Тупо в дефе. Вообще тупо в дефе. Ты кастуешь общее ускорение, чтобы тупо лукари быстрее ходили. Ну, и то они особо не будут быстрее ходить. Ну, ладно. Так, 4-5, 4-5. Ну, окей, давайте поверх начнем долбить. Минус. Еее, детка. Конфетка. Лысая нимфетка. Так. Так, а если ты вейтом... 9.21, но я не хочу рисковать. Потому что 9.21. Вы поняли, да? Во, инициативку-то мы бафнули как здраво. 8.19, но я все равно не хочу рисковать. Да дайте вы сходить этому, блин, лучнику. Ля, а не слабо у нас инициативка-то апнулась. Вот теперь убиваем 6 грифов. Все, отлично. Бой проведен. Изи пизи лимон сквизи. Присоединяем этих. 4 паладина, нифига. Ледяную глыбу, которая нам нафиг не нужна, изучили. Ну окей. Текс, поехали выносить этих чуваков. Тоже тут он заруинил
несколько грифонов. Ну, этих мы вообще изи снесем. 7.11? Так, ну я пока не хочу. Дайте пока место. О, девяточку, нормалек. Так, эти деф. Я даже ничего колдовать не буду. Ну, в смысле, можно молитву за ноль маны сколдовать. Хотя у меня вообще с ней проблем нет. Я особо не вкуриваю, за счет чего у нас только рван. Вон, изи расстреляли. Вообще не напрягаясь. Так, кто в тюрьме сидит? Поножи короля гномов и шлем короля гномов. Вот только дверь взломана. Поножи короля гномов и шлем короля гномов. Вот только дверь взломана. То есть, видимо, кто-то убежал из тюрьмы. Окей. Мне надо вот этих драконов убить. Но их много. Ой, мама дорогая, сейчас будет трэш, ребята. Ну, я, естественно, хочу без потерь. Хорошо, мороженка заходит под видос шашлыка. Я, естественно, хочу без потерь с ними подраться. Так, ну вот тот факт, что они стоят одним стаком, меня на самом деле очень радует. Поэтому... И у них инициативка-то... А они стреляют? Нет, они не стреляют. Это ближнебойные дрейки. Да, я помню. У них, по-моему, какой-то грейд плюется. Так, общее ускорение даем. Блин, 2-3... А он доходит, как бы я не пыжился, да? Так, ладно, долбани с неба по нему. Я думаю, нормально будет. Давай еще молитву. Ай, 7 долбанул. Вот они обжигают, сволочи, в ближнем бою. Я почему боюсь идти на них этими? Моими... Вот этими чуваками, потому что они, заразы, обжигают. Если бы они не обжигали. А ты не успеешь еще разок прилететь? Не успеет, конечно. Так, 2-3, ну... Тут, мне кажется, надо вставать, как этот. А мы не встанем так никак. Вот видите, 5. Ну да, ладно. Тут без потерь уж никак не получится. Подставили мы своих. Всех, короче, подставили. А у меня воскрешения нету еще в этом. Есть поднятие мертвых, но это фигня. Каменная кожа, уклонение. Фигня это все. Что делают возложение рук? Исцеление 23. Еще одно это возложение рук. Это тупо захил какой-то. Это хрень это все. Так, окей, расстреляли, конечно, пришлось потанчить. Ну, что поделать? Как-то так. Тяжело. Знания колдовства могут быть увеличены на... А, ну нормально, я думаю, мы обладаем достаточным опытом. Мало фениксов, мы зафигачим. Ну, 6 грифонов. Блин, можно вручную, я уверен, мы сможем расстрелять этих. Без потери. Так вот. Хорош. Сколько у тебя хп осталось? 30. Так, грифоны, вы можете долбануть, хотя даже, наверное, не надо. Подожди, ты двух сносишь фениксов? Фига она бьет, блин.
Не, вы чтоб понимали, у него 150 жизней, то есть она 300 бьет. Заклинания не все так бьют. Так, ну он обжигает, поэтому я как бы так пропущу тактично ход. Вот, и сейчас мы его просто со стрелы убьем. Во, вот это ништяк. Так, вот, без потерь. Рыцарь получает, ну, надзор, фигня. Ну, управление первой помощью еще фиговей. Во, предел, все-таки есть предел, 27 уровень, окей. Во, два этих и этих выучили. Так, что, форт? О, форт пустой, ништяк. Все, дошли мы до предела. Каменную кожу надо было юзать. А что, кстати, дает каменная кожа? Я это заклинание особо никогда не юзал. Что дает каменная кожа? Время действия увеличивает защиту. Да, у меня защита и так большая. Я не думаю, что мы бы там прям все круто сделали. Так, что тут случилось? Из охотника я превратилась в жертву. Нелегкое превращение. Мне нужен отдых. Элират, направь на путь истины. Все это мне не нравится. Отсутствие вождя, слухи о войне на поверхности и сотрясение структуры мира. Все так и есть. С тех пор, как исчез Райлак. Не произноси этого имени. Он убил мою семью и разрушил мой клан. Не притворись я верным ему, тоже был бы мертв. Тралсай. Да? Кто это? Я иду. Желаешь ли, чтобы вернулись былые дни и сила клана суровых сердец? Только к тому и стремлюсь. Но ты ведь Шадия. Ты была его правой рукой. Все меняется. Старая ложь становится новой правдой. Повторяю, хотел бы ты, чтобы клан суровых сердец вновь обрел былую славу. Больше всего на свете. Готов ли ты вспомнить о старом соглашении? Забыть его было бы сродни предательству. Хорошо. Планируй. Думай. Выжидай. Старые друзья не забыты. А старые враги? Никогда не будут прощены. Я хочу устроить праздник. Приведи мне раба. Свежего. И полотенце. Вытирать кровь. Как пожелаете. Свежего раба. Офигеть. Все, миссия завершена. Мы прошли еще одну карту. Героев 5, ну чё, довольно-таки неплохо. Так, компания Ордена Порядка. Гномы, всегда сохранявшие нейтралитет, в ответ на нападение Ласла объявили империи войну. Еще хуже то, что пропала без вести прославленная воительница Фрида, дочь великого Годрика. Впрочем, от этого ответный удар воинства Изабель будет только мощнее. И гномам придется дорого, очень дорого заплатить за каждую каплю человеческой крови. Так, интересный выбор нам тут предлагают. Мешок бесконечной голды, два паладина и золото, 8 штук. Но я миссии не знаю, поэтому возьму паладинов. Они далеко бегают, с ними, в принципе, можно хорошо драться вначале. Моя госпожа. Да, Армандо. Что тяготит твои мысли? Многое. И я говорю не только о себе. Мы далеко от дома. На нас ведут охоту, как на кроликов. Сначала гномы, теперь войска Дункана. Хорошо сказано. Мы сами мятежники.
но они считают нас врагами. Нужно убедить их, что это не так. Мы должны найти Дункана. По счастью, он умеет не только волочиться за женщинами. У нас есть проводник, знающий эти тропы так же хорошо, как Дункан? Я найду такого, госпожа. Отлично. Мы объединимся с ним. И тогда пусть прячутся те, кто предал Империю и Эльрата. Слава Грифону! Так, слава Грифону. Я так понимаю, эти паладины сейчас к нам присоединятся. И сколько у меня их теперь? 4. О, 2 нам бонусных дали, и 2 сейчас присоединилось. Ну, нормально. С 4 палами играть можно. Так, начинаем мы с края карты. Тут какой-то артефакт, заклинание стихии огня, но это лажа. Да, я хочу продолжить движение. Засада, фигли нам засада. Засада нам нипочем. Так, Грифона сюда воткнем. Этого воткнем в первую линию. Фак, воздушные, они не отвечают. Ну ладно, и у них высокая инициатива. Но ничего страшного. Они зато бьют слабенько. 4-5, а ну-ка давай 4-6. А, о, 6-6. Так, кто ходит тут еще? Вот эта пятинка. 3-4, а ну может с удачкой добавишь. Так, ну 2 добиваем вот так вот. Блин, а у меня ж нету баллисты. Ну ладно, я тебе с прямой стрелой. Все круто, четко. Накидка из перьев феникса. Ну здорово. Не знаю, зачем она мне, правда, у меня нет заклинаний. Ну, подрались, опыт лишним не бывает. Шашлык, плиз, читай чат чаще. Ну, я стараюсь, ну, как бы, как-то так. Читаю, когда читаю. Обычно я все прочитываю. О, кстати, психиатр, ты пришел. Ты ж этот, пропустил стримчанский Юли в воскресенье. Я просто видел, ты там коммент писал, типа, о, нежданчик, как нежданчик. Так, 21, да? Блин, вот я вафля, а. А, ну нормально они. Нормально они стрельбанули. Так. Только мой гриф меня не долбанет случаем. А, ну давайте. Ну, тут, мне кажется, все будет изи-пизи. Лимон сквизи. Так, отлично. Проспал, он же был там вечером часов. Ну, где-то часа, наверное, в 4-5 она начала и закончила, ну, то есть часов в 9. О, 17 волков, а чё бы нет? Зацепим волков. Пока у нас слот есть, почему нет? Волки норм тема. Волки вообще норм тема. Так, полторушечку голды взяли. Единственное, мне непонятно, а замок нам... Не, ну нам замок по-любому дадут, потому что нам вначале предлагали голду. Ой, это я куда? Это я в начало карты прибежал. Вот я лалка. Слышите? Прикольно. Я сделал круг, и что-то я... камеру прокрутил и затупил. Так, ладно. Ага, вот замок. Там шахта. Ну давайте сначала замок захватим. Блин, фак. То есть мне, походу, придется играть этим рунным замком. Опачки! И игрушка вылетела. Ну что ж, бывает с героями 5, вообще с играми
от Ubisoft это бывает регулярно. Ну, я тогда на этом заканчиваю. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.